Фала лова. А, не. Попал? Не. Чуть-чуть. Жака, ты, Жака. Сам, 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 пока сюда доехал, мучился. Сюда через Катион ехал, зря поехал, там долго. Долго ехал. А где понравилось, помнишь, игра это U17 с этими Иванофруковскими? Малыши. Нормально? Нормально. Они получше играли. Кто? Они. Подолька? Да. Ну что же, не первый тайм я смотрел видео. Вообще какие-то, блин. Стояли на месте, блин. Пасы какие-то дает, блин, уже стоит пас, дает защитник уже стоял, блин. Ну чуть судья из Запорожья, чуть судья помог. Весь тайм, блин, Саня. Ответить, блин, все. Закончился первый тайм, на второй тайм лучше вообще совсем другие. Один гол забили, второй, третий. Это капец. Главного Иван Фарковских показал красную карточку или желтую. Был чистый. Игорь, 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 Игор
Здорово. Миша, я брал. Оп, оп, можно. Хорош, Миша. Посидеть левый. Водички нет? Не, выпил. Хочу, пусть сами вот. Волейбол. Пух, подальше. Ну давай, Витя. Тяни, тяни, Витя. Тяни. Валера, ты, Валер. Тяни, Витя. Хороший. Тяни, что же Витя делает? Давай,
Я вчера на автовокзале застрял. Ты что там делал? Ну, доехал до Круп, то завод зерна. Сел, ждал в двойку полчаса. Ну, ты же на велосипеде был. Я не был на велосипеде. Ждал двойку, наверное, полчаса не было. Из-за дождя остановился движение. Они же если... Потом подъехал тралик. Я сел на тралик, доехал до автовокзала. Номер 2 этот, что возле ЖД. И там он стал воды вот так стоял. Короче, провтыкал еще там полчаса. Двойку пропустил, потому что думал, пройдусь до ЖД вокзала, знаешь. А она как раз проехала. Последняя. Ну, пришлось на такси садиться и ехать. Тоже такие, они тоже не... И такси было тяжело вызвать. Просто подъехало такси вчера. Я говорю, куда там едете? Они говорят, в центр. А я говорю, потом можно будет там подъехать, это завезете меня на этот. На Дальний Гречан, не вопрос. 60 гривен сейчас доплатил. То. Поехал вчера домой на такси. Я тоже хотел пойти сюда, но 4 часа пришел, в гараже ковырялся, там вешал с батей, запчасть купил. Блядь, пришел домой, выпил стаканчик, блин, вина задолбанный. Поехал, кое-что отмазку взял пакетом с продуктами. Приехал уже, смотрю, уже капает, типа, эти, внизу собираются, вот так. Паша, Сас, эти. Такой подумал, не пойду. Еще с ножкой пожрал там, кашу сварил с салатом. Ну бей! Молодец! Молодец! Ничего. Посидел что-то в компьютере, посидел в интернете, читал новости, лег спать. Так ливануло, как начало греметь. Вчера залил, я же тебе говорю, вот так вода стояла. Тут? Не, на автовокзале. По колено. Саша, набирай. Не дай на ход, на пятку.
Что это? Ого, наушники? Да. И сколько стоит? 40 гривен. Где ты купил такие хорошие? На базаре. Где Леха сидит тогда? На базаре где-то. Или на Львовском? На Львовском. Жубен! Саня, тут было сзади, а Миша со спины зрели. Тоже был контратака. Завтра Эль-Классика на девятке. Что? Вы играете девятка Эль-Классика? Какая Эль-Классика? Ну, блин, как? Дерби. Ну, дерби? Ну как, я говорю Эль-Классика, как Черномазирка и Дюц. А, это таким. Ты в основе? Что на узелке? Вова. Ты в основе или заменил? Кто? Ты, пятницу. Так я же за Тетру играю. А там Иска. А, ну значит, ты еще не забывай, ты мне еще должен, за день рождения. Ну, то же там будем. Ну все, сидеть. Там. Пошли же они, блин, кудую. Блин, 0-0, что они там не могут бить? Ну поле, наверное, тяжелое. Thank you.
два момента уже упустили. Блин, а ничего. Сколько сыграли? Вова, не знаешь? Нет. Знаю. Сколько? 21. 21 минута и я... Это ж было за желтой качкой, что надо было там... Тебя зовут? Личная охрана, то не роком мячом кто-то забьет. Давай!
нормально. Ну вам все стало плохо, блядь. Что вас кто не устраивает? Какие эпизоды? Ребята. Там было нападение на вратаря. Давайте, что же не забыли за игра, такая скучная. Попадай, блядь, баночку ему. Добивание! Подобывание! Ух ты! О! Ай! Вот это положил бы, да? Молодец, Витя! Вот это бы положил под перекладину. Правильно, правильно, пожестче с ними. Балаболы. Поговорили бы они так в профессиональном футболе, то их бы при первом разе бы еще выгнали. Профи из разгона сразу побивают желтую, а они тут, не знаю, не могут... Они, да, могут и в лицо плюнуть, им ничего потом не будет. И судью ударить. Тут судьи сами боятся их еще и удалять. Из-за этого получается, что судьи боятся желтые карточки давать, потому что боятся, что их побьют. Не попали. Да, что-то скучно. Разговоры одни. Витя перед этим в перекладину так попал классно. 30. Такой самый, как Лановой. О. Такой самый, как Лановой. Свет, вон, червяки. У ротора только. По возрасту, да. Ага. Ну, тот может резко сорваться, блин. Он получил от Кости желтую. Ну,
Валерика прикинул, что пусти ворота здесь. Перепадивает корону. Девушка собралась. Самый активный болельщик это Витя. Одному, второму. И подачу еще сделали. Мясинчик. Мясинчики не хочу. Да, сушит. Я это тоже. Ладно.
Сейчас где-то там бутылку воды пину, почти полную. Сейчас будет перерыв. Сколько там было, да? Сыграли? 35. О! 10 минут. Уже 9. Ну, 10. Ходит игру, блин. Будет под него жумба. Миша, давай! Блять!
оператор, играем, 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 играем,
Блядь, чому за тебе писать про тебе? Саня, сядь! Первый этаж. Саня, ты, блядь, наши, давай, успокой!